Творческий конкурс, посвященный Дню Матери, Саровский центр социальной помощи семье и детям проводит уже несколько лет подряд. Последние годы наш город вышел на региональный уровень и стал организатором областного творческого фестиваля. Мы также рассылаем положения во все учреждения социальной сферы, которые подведены Министерству социальной защиты, во все учреждения области. Но там у нас уже проходит такое, как бы нам присылают эти работы в электронном виде. Конкурс «При солнышке тепло, при матери добро» охватывает все направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В разные годы номинациями были рисунки, фотографии и подделки. В этот раз в конкурсе только одна номинация – открытка для мамы. Но выполнить ее можно в абсолютно любой технике. Главное – уложиться в формат А4. Она может быть абсолютно любой техники сделана. То есть это и квиллинг, и может быть какая-то новая для нас вот неизведанная техника, которую там ребенок освоил. И арисфолдинг вот уже были такие, это когда тканью делали какие-то портреты. Это и пластилин, и акварель. То есть, пожалуйста, мы принимаем работу любой техники. Работы нужно принести до 18 ноября в Центр социальной помощи семье и детям по адресу улица Куйбышева, дом 8, в кабинет номер 14. Затем комиссия определит победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе. Награждение победителей состоится 27 ноября на празднике, таком вот большом, который будет проходить в молодежном центре. Также организаторы планируют наградить юных саровчан в отдельных категориях, например, за оригинальность исполнения. Мероприятие рассчитано для зрителей без возрастных ограничений. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.